планах строительство очистных сооружений, которые уже в этом году начнут у нас строиться. И мы в итоге сможем защитить Волгу от городских стоков, потому что если брать Глебочев овраг, то 60-70% городских стоков именно через этот коллектор попадает в Волгу. Это сточные воды, жилищно-коммунального хозяйства, пыль, грязь. Как уже говорил, река, которая нас поит, должна восстанавливаться, и к ней надо относиться соответственно.